продолжение этому видеоролику. Сейчас я вставлю эти штукенцы и посмотрим, куда тут плюс, куда тут минус. Ничего не подписано. Так они сюда даже и не подходят. Очень по-китайски сделано, конечно. На самом деле, я даже не знаю, как его всунуть сюда. Какой стороной. Никаких тебе не маркировок, эти штуки вообще нафиг не подходят. Аккумулятор очень хороший. О, ну что-то я только что видел. Но может дело в том, что у меня аккумуляторы разряжены. Значит, тут должен быть датчик заряда. Ого, греется. Да, вот, ну, работает он вроде бы. Никакого ни проводка не положено, ничего. А, ну вот, короче, они позаряжаются. Говорят, что тут 700 миллиампер, хотя зарядка 1,5-амперная, то есть очень долго будут заряжаться эти аккумуляторы, у них емкость очень большая. Так, и после того, как он позарядится, есть такой проводок, мы его просто меняем. И, увы, это тоже мой проводок, не положили. И нифига. Значит, у меня еще такая вот универсальная штука. Я не могу понять, почему они горячие. По-моему, оно замыкает что-то тут. О, есть зарядка, да. Идет, заряжается. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу. Всем спасибо, пока.